В это воскресенье, 22 декабря, в столичном детском парке Николаева впервые пройдут ледовые старты. Участники – спортсмены детской слэдж-хоккейной команды «Адал». Соревнования пройдут в рамках республиканского марафона «Новогодняя республика». Спортсмены проведут открытую тренировку, примут участие в командных играх, а развлекать их будут аниматоры. В доме снеговика для ребят проведут новогодние творческие мастер-классы.